Давайте готовить домашний кетчуп или томатную пасту. Эту приправу вы можете употребить как кетчуп или как томатную пасту, добавив в любое блюдо. У меня с дачи много помидоров, поэтому я решила сделать приправу. Давайте готовить. Разрезала помидоры, добавила свои перчики замороженные, вы можете взять свежие. И на средние кубики порезала лук. Пока казан ставим на средний огонь и варим. Помидор начнет выделять сок. Варим примерно 15-20 минут. Когда в приправе образуется много жидкости, помогите ковшем слить эту жидкость на другую посуду. Затем выключите огонь и взбейте всю массу блендером. Затем на медленном огне, добавляя приправы, варим минут 5. Соль, сахар, кориандр, сушеный чеснок, чуток корицы для вкуса и чайную ложку уксуса. Пробуем на вкус. Наша домашняя приправа, заменяющая кетчуп и томатную пасту, готова. Можно есть и ложками, и добавлять в любое блюдо. Если видео понравилось, подпишитесь, поставьте лайк, пишите комментарии. А я буду вас радовать каждый день новыми рецептами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Готовьте с удовольствием!